Из официальной хроники. О социально-экономической ситуации в Руднянском районе шла речь на встрече главы этой территории с губернатором Сергеем Баженовым. Глава региона Михаил Бетюцкий рассказал о росте доходов в местный бюджет. Поступления увеличились за счет налогов, арендной платы и реализации имущества. По словам Михаила Бетюцкого, в Руднянском районе возобновили работу солодовины, хлебоприемные заводы, открылось новое швейное производство, добавились объекты торговли. Это обеспечило и рост фонда оплаты труда и объема налоговых поступлений. Также, доложил Сергею Баженову районный глава, в Рудне активно реализуется проект по газификации. Более 500 квадратных метров жилья будет возведено до конца года по программе социального развития села. В ходе встречи Михаил Бетюцкий обратился к губернатору с просьбой помочь в обустройстве областной дороги, которая проходит через Рудню. Движение здесь интенсивное, и для безопасности пешеходов необходимы тротуары. Глава региона дал поручение правительству рассмотреть возможность выделения необходимой суммы на эти цели в следующем году.